Привет, друзья! 21 августа 2021 года. И еще раз о посланнике. Гибридная форма посланник Калугина Виктора Михайловича. В том году показывал, даже не помню, с кем сравнивал, но очень много поступило звонков, почему мой посланник имеет все-таки вытянутую ягоду. Скажу сразу, почему это видео. Я посчитал, что ягоду все-таки у меня вытянул подвой. Привит на Малеге есть такой подвой, поэтому ягода получилась все-таки более вытянутая. Ну и тут же могу оговориться, сейчас пойдем еще одну гроздь покажу. Там ягода почти круглая. Это гибридные формы, друзья мои. Гибридные формы способны все-таки менять свою структуру и грозди, и цвета, зачастую какая-то вариация идет, и форма ягод. Ну и плюс все равно подвой влияет. Что еще по прошлому году? По прошлому году вот этого безобразия не было, ребят. Были вот такие вот грозди, они были дышащие. Опылилось как бы неплохо, чуть-чуть гороха есть, но не критично. В этом году, ну, это караул. Не знаю. Вчера был дождь, вроде как не порвало, уже просмотрел, уже говорил, что у меня было 6 градов, 6 заходов града в этом сезоне, поэтому вот такие вот градобоины я оставил. Честно, где-то посмотреть специально, вот видите, а где-то руки не дошли, поэтому есть... Все-таки затягивание не подгнивает, но будем наблюдать дальше. Здесь у меня такой интересный побег, его сломало трактором, поэтому висит такая гроздь. Она уже за килограмм, но набирает дальше. Сейчас покажу другую. Что касается форм Калугина, друзья, ну скажу честно, 80% из того, что у меня есть, это один сплошной мильдью. В этом году не знаю, что с ним делать, как с ним упираться и бороться. Ну, давайте вот эту гроздь посмотрим. Может, даже с той стороны зайду, покажу ее. Посмотрите на вот на это безобразие. Ягода и круглая, и продолговатая. На сегодняшний момент она только начала краситься, то есть будет еще набирать. Будет еще набирать, но это уже форма. Так вот, в том году я ничего не прореживал, ничего не делал ножницами. Ну, не хватает у меня, честно, времени на это дело. Было все замечательно, все хорошо. Но в этом году, ну, здесь, по-моему, не знаю, мне интересно. Прошлой ночью, не ночью, днем был дождь. Вроде как живой. Ничего не порвал. Ну, сами понимаете, если там где-то что-то лопнет и пойдет серая гниль, то вот это все можно выбросить. В том году такой картины не было, в этом году есть. Ягода увеличилась еще в размере. Ну, пока наблюдаем. Для себя, значит, резюме какое? Если хотите иметь эту форму, то, соответственно, необходимо все-таки прореживать ножницами. Одну половину или одну часть просто вырезать полностью, они потом сомкнутся. Дабы форма ягоды меняется, давит друг друга и, соответственно, может... начинаться нехорошие процессы. Вот такое вот может происходить. Это когда получается так, что ягода увеличивается, и уже когда смыкается, идет непосредственно отрывание самой части гребня. Вот это у меня, опа, такой вот град был. Сейчас зайду с другой стороны. Итак, друзья, зашел я с этой стороны. Ну да, если учитывать, что она только начала краситься и набирает еще, то я думаю, что здесь законных 20-25 во многих ягодах уже есть. Думаю, под 30-ку можно нагнать. А теперь давайте представим, что мы его проредим. Мы его посадим на хорошее питание. То для среднего срока созревания будет неплохая форма, я так считаю. Куда бы тебя... Так, я опять куда-то дел. Ну и плюс к тому же, кто не знаком с монетным двором Украины, то я думаю, что спичный коробок вот с таким казаком будет более наглядным. Плотновато, конечно, гроздь. Ну, интересно, что будет дальше. Если этот дождь выдержал, то последующие дожди могут быть, конечно, критичными.
могут и порвать. Ну, пока все, друзья. Всем мира и добра. До новых встреч.